И снова здравствуйте, снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер», а снова набралось немножко посылок, которые мы будем открывать. Вот с нее, наверное, и начнем. Попросили меня на почте, достаточно хорошие у меня взаимоотношения с ними, маркеры, да, то есть выделяют им плохо, я с почтальонами дружу, ну, по понятным причинам. Вот заказал им комплект маркеров, как правильно сказать, фломастеров черных. Нет, все-таки, наверное, скорее маркер. Неказисто очень вот это вот все дело выглядит, то есть такое, как будто, знаете, вторсырье было использовано при изготовлении этих маркеров. При всем при этом тоненький, да, по-тоненькому пишет для почты. Это, ну, я подозреваю, будет в самый раз. Мне как раз маркер один, наверное, отложу. Их здесь 10, цена достаточно адекватная. А для чего я отложу маркер? Мне надо замазать адрес, да, то есть как бы я не нашел свой маркер, он у меня куда-то делся. Наверное, ребенок его заиграл, поэтому я сейчас замажу, и мы продолжим. Неплохие, кстати, маркера, вполне можно их брать. Для чего я замазываю все это дело маркером? Не знаю. Вот что-то как-то вот так. Замазываю. Все замазывают, да и я замазываю. Вдруг у меня споры сибирской язвы решите отправить по почте, зная мой адрес. Да, я возьму да приму все это дело. Так, ну, что это такое? Это меламиновые губки. В Китае был меламиновый скандал. Меламин — это, наверное, опасно. Не знаю, опасно это или нет, но вот губки я решил проверить. Что это такое, с чем его едят, как это используется. Стоит оно, ну, очень недорого. Будет время, я сниму отдельное видео на это, да, добавится все это дело, видимо, в раздел моего канала «Кухонные приблуды». Да, наверное, да, отдельное видео я и сниму. О меламиновых губках вы сможете узнать подробнее, пока их убираем. Не столь это интересно на данный момент. Судя по всему, надо мне мой нож подзаточить как-то. Вот подзатупился он в остром месте. Импульсивная была покупка. Сейчас смотрю и думаю, зачем я ее заказал. Когда заказывал, она казалась... ну, вроде как полезным чем-то. Хотя, ну, реально штукенция полезная. То есть, ну, вот видите, да, размер моих рук. Видите, как все это дело складывается. Сложилось без проблем маленькое. То есть взять с собой можно даже и в дамскую сумку положить, либо положить все это дело там в коляску, карман коляски детской. Пришли, да, сейчас на улице зима, холодно, лавочка мокрая, как бы сидеть нехорошо, да, вынули, разложили. Ну, в принципе, я, наверное, не вижу особого смысла, какой стороной конкретно это класть, да, и получили вот такую вот ППЕ, или как это правильно сказать, ну, в общем, это под задник. В оригинале звучит поджопник. Но только это не когда вам под задницу бьют, а когда вы все это дело кладете и садитесь. Стоит недорого, вполне возможно, вещь окажется полезным, да, то есть вот, на рыбалку, опять же, можно с собой брать. Ну, у меня есть, конечно, более подходящие вещи на рыбалку, но такой тоже, почему бы нет? Так, давайте дальше. Это что у нас такое? Где-то в ней чего-то есть. Да, точно, нож надо точить, либо менять. Вот в последнее время на рыбалку-то толком не езжу. Кстати, вот хорошее место, чтобы потестить экшн-камеру. Надо будет купить специальные вещи для экшн-камеры, чтобы показать вам, как ловится рыба. Интересно, это вам вообще будет или нет, да? То есть, ну, ребят, напишите в комментариях. Вот рыболовные вещи я открываю. Интересно вам это или не интересно? Для чего это надо? Рыбаки понимают, да, что это вот а-ля резиночек только для того, чтобы делать разветвление на два поводка. Для тех, кто не рыбаки, ну, да не заморачивайтесь вы абсолютно, что это такое, вам это, ну, в простой жизни не нужно, это нужно рыбакам. Стоит, ну, реально каких-то там не сильно больших денег. Давайте вот одну я вынул, остальное уберу. Аккуратненько уберу и потом свое рыболовное добавлю. То есть, что мы имеем? Вот есть вот силиконки, да, стопорки для поплавков. Да, тот же самый принцип. Берем, вставляем леску, продеваем леску.
тянем, тем самым вытягиваем ее сюда. Да, делаем то же самое здесь. А на выходе получаем вот такой разветвлитель для раз поводочек, два поводочек. А сверху как это цепляется? Не совсем помню, да? То есть, ну, вещь нужная для рыбаков, которые сами делают оснастку. Вещь недорогая, ссылка в описании есть. Заходите, смотрите. Щупал на ощупь, не мог понять, для чего я заказал неваляшку. На самом деле это не неваляшка, это вообще обалденная штука. Постороннего страшного запаха я никакого не чувствую. Давайте сейчас вот эту вот наклеечку уберем. Здесь абсолютно ни к чему. Подозреваю, Владимир Михайлович сегодня при вечернем купании будет знакомиться с этой тортильей. Тортила. Да, то есть мы вот так вот снизу ее заводим, кладем ее в воду. Да, делают вот так. Достаточно надолго ее хватило. Надо понимать, что в воздухе свободно вот так вот она прям. И быстро у нее закончился завод. В воде все дело происходит медленнее. Да? То есть на лапы будет сопротивление. И, следовательно, она будет ну, так. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Медленно, медленно, медленно. Еще раз, давайте посмотрим. Да что, Владимир Михайлович, я ее к себе возьму, когда пойду мыться. Завода хватает надолго. По сравнению с рукой, да, у меня руки достаточно большие. Это большая, да, достаточно большая игрушка. Но, по-моему, единственное, нету выбора цвета. То есть его отправляют рандомно. Данное видео, вполне подозреваю, нужно вырезать из этой большой распаковки и добавить в раздел «Товары для детей». Да, то есть у меня есть отдельный раздел, там вот прям вот разнообразные игрушки. Да, и помимо игрушек, ну, какие-то вещи для детишек. Давайте дальше. Опять же, вот этот кусочек видео пойдет отдельно в раздел для детей. А значит, что у нас здесь прячется? Прям очень яркая шапочка. То есть я специально выбрал такую яркую, чтобы ребенок был более заметен на улице. Я посчитал, что это будет вот самый заметный цвет. Это что у нас, приклеено или что это у нас? Не знаю, что... По-моему, приклеено. Да, приклеено, ниток я не вижу. Запаха криминального никакого нету. То есть стандартный запах для вещей. Причем вещей не из Китая, а просто вещей. Вот так вот здесь у нас, видите, да, строчка из себя представляет. То есть мы вот это надеваем на шею, а вместо... Как это называется, когда вокруг шеи? Память. Надо, таблетки какие-то надо попить. Что-то все попропадало. Шарф это называется, да, вместо шарфа будет вот такой. Ну, опять же, можно сказать шарф. И вот такая шапка. Шапка двойная. Ярко, но все-таки я подозреваю, она не зимняя, потому что вот прям вот откровенные минусовые какие-то температуры, ну, наверное, надо что-нибудь другое. При всем при этом стоит ну, относительно недорого по качеству, по ощущениям вполне приятно, не знаю, как выдержит стирку, ну, предварительно, ну, почему бы нет, очень даже. Я подозреваю, что данное видео будет... Ой, ай, уй. Вы представляете, руки-крюки. Мне помимо того, что для памяти что-нибудь выпить надо, видимо, для рук тоже что-то. Не знаете, никакие таблетки, чтобы руки не дрожали. Очень хорошая, качественная упаковочка. Ой. Ну, однозначно, что-нибудь мне надо, видите, прям вот. Значит, видео будет закрывающим раздел Asus Zenfone Max, да, то есть, вот, в принципе... Все разные разнообразные чехлы, не чехлы, там предметы для него, которые я нашел, уже в обзорах были. Вот этот чехол, видимо, будет последним. Вы знаете. Кожа молодого дермантина очень приятна. А кнопки, да, доступ все есть. К наушникам доступ есть. Для зарядки доступ есть.
ну, не сильно так цепляет вверх, да, то есть без труда его можно открыть, открыли, откинули, завернули, включили, поделали то, что надо, закрыли. Да, здесь достаточно мягко, то есть прям вот продавливается. Здесь жестко, да, абсолютно без проблем жестко. Чехол, по-моему, стоящий, да, то есть по качеству довольно хорошо. Поэтому если вот он вот такого плана чехлы вам нравятся и вас не напрягает делать вот такие действия перед звонком, ну, то есть не как вот обычно открывать, да, вот делать вот такие действия, то смело берите. Качество на высоте. Ребят, напишите мне, пожалуйста, такую вещь, создавать ли мне какие-то дополнительные разделы канала. Да, то есть, вот, например, вещь, которую можно добавить в раздел канала, там, ну, открыть раздел канала товара для животных. Это заказывали мои соседи. Ну, как соседи, через несколько домов они живут. Заказывалось это для собаки. У них маленькая собачка, и они воспользовались услугой бесплатный посредник. То есть я заказал, получил, вот распаковываю, снимаю об этом видео и чуть позже им передам. Не надо им будет стоять на почте, не надо будет мучиться. Посылка была бестрековая, при всем при этом, ну, давайте честно, да, она добежала быстрее всех. То есть трековые посылки, которые были заказаны, еще идут, а вот эта бестрековая уже здесь лежит. Запаха никакого такого криминального нету. Вот. Ну, сказать, что качество вау, да, ну не скажешь. Ну, при всем при этом сказать, что оно шибко плохое, да нет, вполне нормально. Учитывая, что это для собачки, стоит, ну, очень даже недорого. Сезон 2 без проблем выдержит. А что еще надо? Не знаю, может быть, а чего может быть? Я передам эту вещь, собаку сфотографируют, предоставят мне фотографии, я зайду в мою группу ВКонтакте, сделаю фотоотзыв об этом товаре. Да, делайте то же самое вы. Заходите в группу ВКонтакте, смотрите другие отзывы, оставляйте свои отзывы. Там будут розыгрыш призов. Один вот как раз уже заканчивается. По тому, как наберется 200 человек, да, среди тех, кто делал репост одной из записей, да, будет разыгран чехол, кошелек, рог. Да, стоимостью 600 рублей вполне, по-моему, достойный приз за там элементарные действия. Да, собственно говоря, что еще говорить? Комментируйте, оставляйте ваше мнение, как вы считаете, что нужно сделать, чтобы улучшить канал, что понравилось, что не понравилось. Ставьте лайки, дизлайки, приходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее, оставляйте свои комментарии. Ну и до скорых встреч. Всем всего.